Сейчас покажу вам, как в Чагирях выглядят безопасные и качественные дороги. Вот как написано. Безопасные и качественные дороги. Ну, вот здесь довольно-таки безопасно пока, качественно. Но это еще не граница. Так, вот стоит щит. Завершение работ до 1 сентября 2020 года. Сейчас, сегодня у нас 5 октября. Итак, поехали. Поехали. Но здесь, в этом месте, пока еще так более-менее терпимо. Еще можно даже разогнаться. Приятного. Ну, этот кусок они, слава богу, не трогали. Можно ехать. Здесь уже так подубито, конечно. Но ехать можно. Так, ну в этом месте уже колупается, наверное, месяца 3-4. Безрезультатно. Ну вот здесь начинается самое интересное. Тоже жесткий скачок. Дорога вся в дырах. Эту парковку уже неизвестно, сколько они тут ее бедную мучают. Начинается самое интересное. Здесь начинается самое интересное. Нет, даже еще не самое интересное. Самое интересное, вот мы подъезжаем к этому месту. Разве этот участок можно назвать безопасным и качественным? Вообще, как этот участок можно назвать? Смотрите, в объезд едет. Конечно, вообще что-то с чем-то. Каждое утро по этой дороге везут детей в школу, причем на школьных автобусах. Каждый день здесь колонны километровые, дети в школу опаздывают постоянно. Здесь вот остановка автобусная, вообще ничего не сделано. Здесь вот посередине просто жесткая яма, я не знаю, сколько тут глубины в ней. Вот бордюры валяются прям на проезжей части. Ни знаков, обратите внимание, никаких. Что ремонт ведется тут, ограничения по скорости вообще.